Здравствуйте, друзья! С вами Лего Стайл, и добро пожаловать в новый 36-й влог. Да, вот так вот, у меня на канале сейчас влог за влогом идет, но мне, конечно же, есть что вам показать. Сегодня мы посмотрим на новые полки, новые наборы и восстановленных биониклов. Поехали! Итак, давайте начнем с полок. Наверное, это самое интересное для фанатов «Звездных войн» на моем канале. Вот так вот выглядит первая полка и вкратце о том, что я сюда поставил. Во-первых, вы можете заметить символы. Символ Империи, Первого Ордена и Финального, или же как у нас перевели, Последнего Ордена. И почему они стоят именно около этих кораблей? А потому что каждый корабль — это представитель своей эпохи. Все эти три — это Сиды, и это базовая модель Сида. Что это. У каждой организации была своя базовая модель Сида. У Империи вот такая, у Первого Ордена вот такая, немного она отличается. И у Последнего Ордена, наверное, самая необычная и нетипичная для Сид-истребителей в целом. Ну и еще сюда поставил два корабля, я думаю, они здесь отлично смотрятся. Тем более, если учесть, что это тоже Сид-истребитель. Давайте посмотрим дальше. Вот такая тут маленькая полка, и на ней расположился командный шаттл Кайло Рена. Ну, просто отлично смотрится. Посмотрите, вот я сейчас отойду, выглядит это очень классно. То же самое могу сказать о Тантиве. Тантив 4, UCS набор, по Звездным Войнам, конечно же. И здесь расположился корабль Крейника. Чуть позже поймете почему, потому что он у меня в другом месте стоял. Ну, а вот эти два набора здесь стоят пока временно. Согласитесь, они не так эпично выглядят, как огромные корабли. А вот так все это выглядит вместе. Я считаю, что в целом очень красиво получилось. А вот и причина, почему я убрал шаттл Крейника. Сюда я разместил облачный город. Он вот так вот висит. В принципе, идея самая оптимальная, учитывая то, что у меня очень мало осталось места для наборов. Да, конечно, выглядит это не очень, особенно снизу, но, правда, я ничего не могу подделать, потому что у меня очень мало места сейчас. Но зато можно лицезреть вот такую эпичную сценку с Люком и Дартом Вейдером, когда он говорит: «Люк, я твой отец». Что еще касается оформления, не могу не сказать про тысячелетний сокол или же сокол тысячелетия, кому как удобнее. Теперь он стоит у меня вот здесь. Раньше тут просто был какой-то хлам, непонятно что, какие-то зарядки, это все мне было не нужно. В итоге теперь здесь стоит сокол тысячелетия, его здесь очень хорошо видно, он отлично здесь смотрится. И вот такую я оборудовал здесь пластину. Совсем чуть-чуть детализации, деталей, чтобы выглядело это интересно. Я считаю, что у меня получилось. На самом деле, не менее важная для меня деталь – это перестановка батлпаков. Они стали выглядеть намного лучше, как вы можете заметить. Вот здесь спидеры. Конечно, этот не из батлпака, но, в принципе, это сути не меняет. Да и у него не полная комплектация, нужно его вообще отсюда убрать. И вот здесь тоже. Здесь еще не только батлпаки, но и микрофайтеры. Я считаю, что смотрится намного лучше, чем было. А то, что было раньше, вы сейчас можете видеть на экранах. Предлагаю перейти к обновкам. Всего за последнее время я приобрел 3 набора. Один из которых показывать не буду, это батлпак мандалорцев, потому что ничего в нем интересного, кроме минифигурок, нет. Сам батлпак мне не понравился. Ну, оно неудивительно, кто сейчас покупает батлпаки ради построек. Например, тот же батлпак мандалорцев, я уверен, что все покупают только из-за отличных минифигурок. А это у нас дуэль на Мустафаре. Набор, который критиковали все, кому не лень, а он мне изначально понравился. Во-первых, тут обновленные, просто отличные мини-фигурки. Тот же Энакин вообще эпичный, ему сделали другое лицо в кои-то веки. И добавили выражение лица ситха с желтыми глазами, чего тоже очень давно не было. По-моему, с 2012 года, но я могу и ошибаться. Набору, конечно же, не хватает масштабов, размеров.
И цена очень завышенная. Ну а так в целом мне понравилось, и даже дети поиграть могут, потому что тут есть функции, какие-никакие. Лава может выплескиваться, дроиды летать, как будто бы парить над лавой. В общем, я остался доволен этим набором, хотя для многих из вас это может прозвучать дико. И самое недавнее пополнение, Авинг Сопротивление. По-моему, этой покупки еще даже нет недели. Включает в себя две мини-фигурки, лейтенанта Коникса и пилота с очень сложным именем. На самом деле, в коллекции это у меня уже третий Авинг. Я не знаю зачем, мне просто очень захотелось, и тем более цена была соблазнительная, 1000 рублей. 1000 рублей, то есть в два раза дешевле, чем в магазине, потому что в магазине он стоит, ну, 1900, хорошо, не в два раза, а чуть поменьше. В принципе, сути не меняет. Как человек, который имеет три последние версии Авинга, могу сказать, что они поменяли конструкцию и сделали Авинг немного длиннее. Но я бы не мог сказать, что эта конструкция вот прям-таки лучше. Они просто ее изменили. У нее есть минусы, например, кабина. В ней отсутствует пульт, то есть непонятно, за счет чего пилот управляет Авингом. Также стоит отметить, что леговцы поленились сделать принт на комбине. Вообще я удивлен этому, потому что они всегда принтуют кабину, а вот тут почему-то этого не сделали. Но в любом случае за 1000 рублей это просто отличное пополнение коллекции. Очень рад я покупке. И да, у меня теперь третий Авинг. Наконец-то мы дошли до биониклов. На днях я попытался восстановить некоторых биониклов, как-то вдохновился тем, что недавно купил много наборов. Кто не смотрел, подсказка на экране. И первый у нас это Агори, который, к сожалению, у меня, скорее всего, в коллекцию не пойдет, из-за того, что я не смог найти у него руку. И вот детали щита. Как вы видите, у них нет креплений. Одно из них найдено, но в принципе это вообще не проблема. Можно просто разрезать красную косточку, крестовину и все. По сути, не стал я это все дело восстанавливать, приклеивать, только из-за того, что я не могу найти бордовую руку. А поскольку набор маленький, это критичная деталь, и с черной рукой он выглядит не очень. И это очень сильно бросается в глаза. Не знаю, я еще подумаю, возможно, я смогу закрыть эту черную руку другим биониклом и тогда поставлю. Но, скорее всего, нет. И то, что гораздо интереснее, пирака Авок. Восстановил его практически полностью, и вот его я точно поставлю на полку. Из того, что я не смог найти, глаза светящиеся, как вы видите, там, можно сказать, ничего нет. Конечно, я закрепил болт-джойнт красного цвета, но его все равно отсюда не видно. А также у него не хватает вот этого сустава песочного цвета. Пришлось заменить на коричневый. Но в целом, если смотреть особенно в жизни, это вообще незаметно. Все остальное у него в полном комплекте. Еще должен рассказать такую забавную, нелепую деталь. Хребет был отрезан от маски. Вот здесь. Мне пришлось купить клей-момент и приклеить хребет к маске. Я не знаю, какой человек разрезал это и зачем, потому что это делал точно не я, поскольку тогда лот, в котором были эти детали для пираки, я брал на Авито, то, естественно, это был не я. В общем, для меня это остается загадкой. Пирака Авок очень классно выглядит. На самом деле, один из моих самых любимых пираки. И не верится даже, что у меня их теперь пятеро. Ведь совсем недавно было всего лишь 3 штуки. На этом все. Если понравился влог, обновки, полки или восстановленные биониклы, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А также нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые, а главное интересные видео. С вами был LEGO Style, всем удачи и пока!